В Михайловском районе депутаты местного совета пытаются отменить подскочившие тарифы на тепло. Напомним, в начале года одновременно с другими муниципалитетами в районе выросла стоимость услуг ЖКХ. Особенно сильно это отразилось на отоплении. Тариф вырос примерно в 1,5 раза. Что сильно ударило по кошельку жителей. В среднем вместо 2000 за двухкомнатную квартиру им приходится платить по 4-5 тысяч. Недовольство жителей дошло до депутатов районного совета, и они приняли решение отменить повышение тарифов. Отметим, что в ноябре прошлого года они же постановили эти тарифы повысить. Впрочем, глава Михайловского района считает, что шансов на обратное решение нет. По его словам, стоимость одной гигакалории и так долгое время оставалась заниженной по сравнению с реальными расходами энергетиков. При себестоимости в 3000 продавали по 2000. Предприятие по году имело 15-миллионные убытки. На сегодняшний день 3,086, который тариф непосредственно, и он не покрывает всех убытков предприятия, так как в данный момент себестоимость той же гигакалории обходится в пределах 4000. Он также отметил, что районная прокуратура также подтвердила законность повышения тарифов. Чтобы хоть как-то уменьшить расходы, жителям района предлагают обращаться в службу соцзащиты для оформления субсидий. В то же время депутаты обратились с ходатайством к главе региона с просьбой помочь дотациями михайловским тепловикам.